Ульяновские аграрии подвели итоги 30-го съезда фермеров России, который проходил на минувшей неделе в Москве. На юбилейном собрании в этом году наша делегация фермеров была одной из самых многочисленных. Регион представляли 26 человек. В очередной раз представители Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов всей страны поднимали в столице наболевшие вопросы. Такие как по электроэнергии, с каждым годом у нас проблематика растет, что каждый год электроэнергия все сильнее и сильнее вырастает в стоимости. И такие сравнительные анализы даже приводились. И неравномерность, наверное, распределения все-таки рынков. То есть у нас в том году, позапрошлом году, в 2017 год, были очень большие проблемы с реализацией сельхозпродукции. Еще одна боль, цитирую местных фермеров, это несправедливо, на их взгляд, погектарное субсидирование. Конечно, несправедливо это распределение. Как каждый человек хочет по-своему его получить. Например, мое предложение даже еще, если я как-то раз высказался уже, чтобы учитывать, не только вот, учитывать надо, сколько налогов на гектар пашни платит фермер или сельскохозяйственный производственный кооператив. Возмущает ульяновских аграриев и нерешенная до сих пор на законодательном уровне ситуация с фермерскими домами. Подобные постройки, предназначенные не только для жизни семьи агрария, но и для проведения, к примеру, съездов, имеют проблемы с регистрацией. Да, сказали, на фермерский дом у вас будет, стройте. И многие построили. А сроки узаконить, они продлеваются. Вот этот, значит, созыв будет в Государственной Думе, тот прошел, не сделал. Потом, значит, следующее, сейчас только в первом чтении, я то и дело подхожу и в перерывах, и разговариваю. Замминистр, как он сказал, значит, да, принимаю вашу боль. Он озвучил, потому что я так сказал, что это больно мне с года в год ставить эти вопросы. Ассоциацию фермеров Ульяновского региона на съезде поддержали. Многие вопросы поставлены в разработку. Кроме того, Ульяновская область на юбилейном съезде объединила усилия с аграриями Оренбургской области по развитию зернового кооператива. Рената Люлова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.